190, 200. В саратовской таможне подсчитывают конфискант. В мешках 1600 пуховых платков. Их изъяли у частного предпринимателя. Мужчина привез товар в Саратов из Узбекистана. Но часть партии, видимо, чтобы уменьшить пошлину, не задекларировал. Стоимость платков почти 800 тысяч рублей. В соответствии с таможенным законодательством и в соответствии с постановлением, да, данный товар был конфискован. По таможенному законодательству таможенные органы безвозмездно имеют право передавать в детские учреждения данный товар. Искренне надеемся на то, что ваш дом с каждым платком мы внесем частичку тепла. Теперь у теплых вещей новые владельцы. Платки таможенники передали в Центр социального обслуживания Кировского района. Первую партию подарков вручили сегодня. Они достались пенсионерам и многодетным мамам. У Анны трое дочек, поэтому таможенники решили подарить по платку каждой. Я считаю, что самое главное в жизни – это теплота сердец. Но очень приятно, когда дарят теплые подарки. Улечка, тебе нравится? Она сказала, что это ее платочек, да. Прежде чем раздать конфискованный товар, его проверили на соответствие санитарным нормам. Теперь таможенники уверены, эти платки не принесут вреда здоровью. Елена Гришина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.